Алматинских инвалидов пугает смерть. Они жалуются, что рядом с их центром реабилитации открыли морг. По словам людей с ограниченными возможностями, видеть каждый день, как привозят тела умерших, просто невыносимо. Но больше всего пациенты и работники центра боятся заразиться коронавирусом. Нередко в морг доставляют скончавшихся от опасной болезни. Венера Есимова отправилась на место скандала. Реабилитационный центр для инвалидов расположен в самом центре Алматы и работает вот уже 3 года. Ежедневно здесь занимаются и взрослые, и дети. Около 3 месяцев назад всех шокировала новость. Теперь они будут делить общий двор с моргом. Когда у нас началось вот это карантин, чрезвычайное положение, сюда вот это самое, когда нас распустили, понимаете, нас не было здесь. Они Акимат взяли и сюда поселили вот этот морг. Они инвалиды. У нас иммунитет тоже слабый, понимаете. Я не понимаю, как только мог Акимат так решиться на это. А мы не можем проветривать совмещение. Понимаете, вон окна у нас закрыты, потому что отсюда идет запах, неприятный запах. По словам работников центра и самих инвалидов, умерших сюда привозят каждый день. Смотреть на катастрофу. Фалки и гробы, признаются пациенты, просто невозможно. Но больше всего боятся за свое здоровье. Регулярно сюда доставляют пациентов, скончавшихся от коронавирусной инфекции. Это наш морг. Прямо рядом с реабилитационным центром. Мы не просим, мы требуем, чтобы от нас подальше этот морг забрали. Или в Акимат перенесли, в городской Акимат. Подвал к ним. Пускай сами отвечают. Пациенты реабилитационного центра говорят, занятия всем даются с трудом. Чтобы сделать самые простые физические упражнения, приходится прилагать большие усилия. Но когда видишь, как привозят трупы, становится тяжело еще и морально. Вот одни с коронавирусом забирают, и в то же время других привезли. Меня очень удивляет то, что рядом с людьми, раз поставили морг, потому что, во-первых, люди с ограниченными возможностями, они сюда приезжают для чего? Чтобы заниматься. Бывают, если так говорить, разные психологические самосостояния. Вот. И кто как воспримет, никто не знает. Вчера привезли 4 зараженных коронавирусом. В первую очередь мы попадаем под риск. В Акимате о таком соседстве знают. Чиновники уверяют, что в скором времени морг перенесут. Сейчас для него ищут подходящее место. Венера Есимова, Ержан Еркинбеков, КТК Алматы.